Шмальба! Внимание! Меня почти заметили. Я еще только зашел. А, вот они потому что. Пол лица ему оторвало. Так, как насчет... А, подождите секунду, мы ж теперь... У нас нет лазерного оружия, я чуть не забыл. Мы же можем использовать все, что угодно. Так, а где у нас этот лазерный мушкет? Ну-ка, как его? Криви избранная. На четверку, пожалуйста. Ну, давайте проверим, что эта херня может. Так, вроде все... О, я могу взять мушкет из рук? Он не настоящий. Передо мной был только что... Я, блядь, тебя... Ты что, ебанутый? Откуда ты вообще здесь взялся? На альт, нахуй, быстрее. Не работает. Да, блядь, я тоже тебя могу с прикладов пиздячить. Я помню кнопку. Чем ты стрелял? Гладкоствольным пистолетом? Понял. Хорошо он мне, кстати, урон вписал. Что могу сказать? Опасность. Они в курсе про меня? Я не повыше, по-моему. Да, так и есть. Не забыл подсейвиться, да ладно. Я могу и сам тут смальнуть нормально. Бум. Попал, но не убил. Бум. Попал, но не убил. Пёсик, блядь, давай-ка поработай там немножко. Дай мне пистолет. Гораздо приятнее. Молодец, Бакстер. Хвалю. Сверху уже обхуяривают со всех сторон. Надо мной прям стоит. Блин, хпшка заканчивается, он на F5, на F6, на F5 сохранение. Мне спешить некуда. Ну тогда я разряжусь в тебя полностью. Если ты не против. Пушка! Жаль. Давай поступим проще. Принеси мне ствол, и я все забуду. Пошла, блядь. Хочется остаться. Говно эти ваши лазерные мушкеты, пистолет всему голова. Я бы хотел вообще разбирать пушки на всякие. Что такое Бакстер? Бутылка спирт. Катушка силового реле. Нам бы захилиться. Бахнем стимпак один, посмотрим, что он может. Помощь. Стимпак. Почти на фул хилит. Нормально, пошел реген. Нам наверх. Найти бы лестницу. Твою мать, мы попали. Мы встряли очень сильно. Прокни, прокни, удача. Ваш запас здоровья на исходе. Ну, блядь, очевидно. Well wrecked. Нормально я вошел. Так, я здесь. Будь здоров, родной. Расти большой, не будет лапшой. Дорожная кожаная одежда, кожаная броня. Автоматический пистолет. Так, сразу захилимся хорошенько. Двумя стимпаками. Опять же, сделаем сейф. И теперь пократ. Я-то думал, уже все. Тут у нас крысы. Крысы завелись. Собака, тихо, блядь. Здесь кто-то есть. Бам-бам-бам. Разрядиться. Ебать, там еще и второй стоял. Слышь, я понял. Мы уебываем нахуй очень быстро. Отменить. Блядь, граната! Ох ты, еб твою. Собака, ты... Ебать, колотить! У него заточка! Огонь! Быстрее! Он полоснул меня. Да в упор дай ему. Хорошо. Вопрос решен. Да ты че, ебанутый? Он собаку сейчас сожжет. И тебе в торс. Сейчас еще одна граната прилетит. Пошел в жопу. Бля, так здраво выглядят драки. Что у нас? Выкидной нож, кстати, есть. Возьмем с собой выкидной нож. Пригодится. Штурмовый противогаз, лол. Рейдерская броня, кожаная одежда рейдера. Это все фигня. Бутылка с коктейлем, вот это не фигня, можно было им подбросить. А у тебя там что? Двухствольный дробовик. Патроны для дробовика, крышка, коктейль Молотова, сварная рейдерская броня. Мне пока моя одежда вполне заходит. Патроны калибра, бутылка, короткий двухствольный с затвором, карабин. Фу, что? Слишком сложно. Теперь у меня патроны для дробовика хотя бы есть. Так, ладно. Слышь, Собакин. Давай сейчас аккуратненько, да? За папочкой идем. Папочка, если что, разрядится с такой силой. Еще не один. По крайней мере, теперь мы знаем, что там еще есть трейдеры. Выхватывай, уебок! Бум!
Он еще жив, блядь? Нет, этот парень мертв. Перезаряжаем. Держись, собака. К нам зашел самоубийца. Он хочет тебя, а не меня. А ловит в ебало. Такова жизнь. Слышь, я читал, что голова еще видит недолго. После смерти. Ты видишь меня? Ладно, неважно. Это было красиво и по уму. Выкидной нож у меня уже есть. Кстати, знаете что? По поводу выкидного ножа. Я бы очень хотел видеть его на единичку. Заходи. Подожди, я нож проверю. Ха! Перо. Нормально. Я еще подрежет смогу. Автоматический пистолет. Я бы очень хотел поторговать с кем-нибудь. Хлощевый капюшон и прочая херня. Ладно, слышь, родный. Ну, пошел нахуй. Патроны, патроны. Короткий с патронником. Иду, иду. Я уже иду. Очки сварщика. Почему нет? Стимпанк. Да, ребята, вам тут прибраться бы не мешало. Здорово. А теперь я вас всех посажу на нож. Ни хрена у тебя ствол. Ага. Здорово. Я не знаю, как это случилось. Я тут мимоходом! But the enemy is my friend, right? Yeah, yeah. And those raiders want us all dead, including you. Стопудово. Я бы мог мимо пройти, но я не прошел. Maybe. Мир изменился. The world's changed so much. None of this makes sense. You all right? Listen, we need your help. Mm-hmm. And then maybe we can help you, huh? What brought you out here? Mike. Looking for an infant boy. He's been kidnapped. Yours or tracking for someone else? Used to be a lot of families in this group. More than a few missing relatives. A month ago, there were 20 of us. Yesterday, there were 8. Now we're 5. First, it was the ghouls in Lexington, and now this mess. А рейдеров-то вообще почти не осталось. Ты так долго думаешь? Жестокий мир. Cruel world. You think I don't know that? Да. The things I've seen. The things I've done. Anyway, там кому-то плохо, женщина ходит туда-сюда. Those raiders proved us wrong. But, well, we do have one idea. Этого хватит? Be enough to stop those maniacs? Sturgis. Диалоги неудобные, пиздец. There's a crash vertebrate up on the roof. Old school, pre-war. You might have seen it. Well. Looks like one of its passengers left behind a seriously sweet goodie. We're talking a full suit of Cherry T-45 power armor. Military issue. Мне нравится. Yeah, I thought you might. Protection with an added bonus. Силовая броня сразу. Это круто. Get the suit. You can rip the minigun right off the vertibird. Do that. Yes. Those raiders get an express ticket to hell. You dig? Все? Итак, мы закончили с тобой. Хорошая мысль. Minigun. Now we're talking. I know, right? Only there's one hitch. Suit's out of juice. Ты похож на мартышку. Been dry for 100 years. It can be powered up again. But we're a bit stuck. Я ухожу. The answer's no. I'm out. Just like that, huh? You come this far, then condemn these poor people to die? All right. Have it your way. Stay safe. Maybe at least one of us will survive this. Я думал, ты скажешь мне заплатить. Раздобыть ядерный блок, восстановить. Все еще, смотри. Все еще дали квест на защитить. А я могу с кем-то поторговать? Здрасте. Look who dog me brought to us. Вы знаете Бакстера? Он привел меня сюда. He led you to us because he knew we needed your help. Dog meets thoughtful like that. Я понял. Now he's gonna stick by ya. Ты слепая? I saw it. Да, похоже, что она слепая. Ну, Vision. Ага.
I know what you're thinking. Mm-hmm. This old lady, she's out of her mind. Да-да, я так и думаю. The Kems, they give old Mama Murphy the sight. У вас тут торгует кто-нибудь? Я ухожу поразительно. Я пошел. That's it. I'm out of here. All right. I sometimes forget the folks. Потому что это не настоящее. Like the sight. You go on. Угу. Будь здорово. Ну ты, парень, явно не торгуешь. Да мне, в принципе... Что? Ух ты. Чтобы распознать слабость, нужно проявить внимательность. Восприятие на 1 балл. Здорово. И спасательные команды? Какой нахуй... Какой нахуй... Нет, я вообще не понимаю, о чем ты. Иди тогда туси, умная, блин. Спасательную команду и подавай. Жестокий мир. Ладно, но нам все еще нужно идти раздобывать эту фигню. Так, и для этого нам понадобится дробовик. Потому что я нервничаю, когда рядом со мной в упор рейдеры. А с дробовиком не нервничаю. Такс. Ух ты, а вот и броня. Силовая броня, правая рука. Войти. Вставить ядерный блок в силовую броню. Где я его взял? Я не знаю. Войти. Взять миниган. Ну что, походим в силовой? Ух ты, как круто. Силовая броня снижает, получаем урон и полностью предотвращает повреждения при падении. У нас рука и нога не в порядке. Да, и броня старого образца. И мы можем ее сразу носить, меня это удивило. Миниган у нас. Зачистить Конкорд. Ух ты, блин, пип-бой изменился. Где миниган? У нас уже 500 патронов. Ну что, ты, сука, хорошо подумал, блядь, перед тем, как сделать это? Ты нахуй еще живой? Я вас вижу. Будем таким образом стрелять по ним только. Я могу прыгать? Ох ты, ёпты, блядь. Будьте здоровы, пацаны. Ничего личного. Страшно, блядь? Страшно, я же знаю, что страшно. Подавление. О, броня... Ой, перегрелся. Ладно. Я могу присесть, не могу. Потерпите, пацаны, остужусь. И снова к вам. Кстати, хрящ довольно плотно кто-то впитал. Тачки взрываются. Нормально. Это что, мать твою? Коготь смерти! Надо просто заэвейдить. Собака. Ебать колотить. Это ты делаешь? Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Блять, перегрев. Собаки пизда. Ваш пес ранен. Ну что я могу, это коготь смерти. Ебать колотить. Он хуярит броню. И он может это. Почему бы тебе не разобраться с рейдерами для начала? Просто умри. Просто умри. Фул ДПС по когтю. Ебать колотить. Ноги. Ноги в пизду уходят. В тачку? Нет. Мы перегрелись. О, можно эту машину взорвать. Так. Ну-ка, секунду. А теперь Нагаса. Патроны кончились. Охуенно. Хорошо, что мы можем взять еще, блядь? Что мы можем взять еще? Ружье. У меня было ружье. Иди сюда, маленький. Ну а нахуй. Ему похуй вообще. Я понял, well wrecked. Прямо в силовой броне отхуячили. Пиздата. Погнали. А, да, у нас же только дробовик пока. Он нас прятает. А, да, точно. Ты тут уже. Может, ты этого еще не знаешь? Надо переэкономить патроны. Не вжимать. Почему бы не показать тебе оружие поближе?
Это я могу. Мне нужно на когтя, блин, оставить немножко. Классно стреляйте, бомжи. Мне нравится. Хрящ-то толстенький. Но, сука. Хрящ реально жирный. Он почти как коготь смерти. Кстати, как мой ХП? 90 написано слева снизу. Если что, видимо, можно хиляться. Я к тебе сейчас сам зайду. Псина что-то нашел. А? Я думаю, когти надо отсюда мочить. Не, можно, конечно, выйти к нему на мужика. Я могу как-то? Да, могу. В правую руку. Разрядиться. Да, когти вообще не дамажит. Ваш пес ранен. Мне его жаль. Он не пройдет сюда. Коготь сюда не пролезет. Коготь смерти сюда не пролезет. Вкалите ему стимулятор. Чтоб тебя опять врекнули? Ну на. Блять, он бежит. Он бежит. Он бежит. Мне пизда. Мне пизда. Окопы не преодолеешь. Ствол только начал стрелять, уже перегревается. Заебись. Минус 50 хп. Минус еще хп. Я пойду внутрь. Ты пойдешь нахуй. Мы разойдемся. Где этот ублюдок? Амму 66. Можно перезарядить зато. Я просто тебя выебу, ты не против? Там вот в тебя хуярят рейдеры. Почему тебе не дать им пиздюлей, а? Нати из окна, ублюдок. Ладно, с рейдерами мы в любом случае договоримся. А вот кокоть договариваться не намерен. Они тоже, смотри, хитрые, знают, как его эвейдить. На, сука. Пацанов можно тоже убить. Главное, чтобы на когтя хватило патронов. Перезарядочка. Я понял, это не перегревается, это просто показывает. Или перегревается. Смотри, какой хитрюшка, блядь. Ладно, пойду к пацанам на огонек. Псина опять ранена. Здорово, пацаны! Не, даже не так, подожди. На нахуй. А, нет, его не сильно убивает. Ладно. Это убьет тебя посильнее. Отвисай, псина. Я иду за тобой. Просто умри! Why don't you just die? Я прошу тебя! Если ты умрешь, всем будет только лучше. Отлично. Я знал, что на тебя можно рассчитывать. Мясо, когтя, лапа, когтя. Вилка? Ты ешь вилкой? Я не знаю, что там. А, ты в порядке, да? Ключ от склада, стимулятор, пистолет, шняга, очки сварщика у меня уже имеются, потрошки, кожная броня, гладкоствольный пистолет. Здравствуй. Стимулятор, кастет. Автоматический пистолет, панталоны, пас. Патроны, гладкоствольный броня, кожная одежда рейдера, ясно. Миниган можно загнать по хорошему курсу, скажу я вам. Это что? Патрон дробовика, то, что надо. Патрон калибра. Коллиматорный, тяжелый, гладкоствольный, что-то там. Слишком много названий. Псина что-то нашел, кстати, говорит. Что ты там нашел, псина? Сейф сложно. Не получится. Ладно, я закончил. Видел, что я сотворил, а при этом сказал тебе, что ухожу. Ты даже не заплатил мне. Мы уберем эту штуку. Броню я забираю, сразу тебе говорю, как оплату. Музей свободы. Ребята. Да-да. Вы, наверное, может, не обратили внимания, но я только что поглотил свой завтрак за 15 секунд. Здорово. That was a pretty amazing display. I'm just glad you're on our side. Я не для тебя. Все нормально. Я и на чьей стороне. Shame, man. You can never have too many friends in the Commonwealth. Поверь мне. When we first met, you said you were just passing through. Да, я так и есть. Well, maybe this will help you reconsider. Что именно? Ain't much, but it's the best we can do. Ты мне что-то дашь? You've earned it. Это разговор.
сойдет. Есть такое. Well, if you ever feel like fighting for something other than yourself, you should meet up with us in Sanctuary. Хорошо, что ты подумал. Someone like you. Someone who can get things done. Что делать? You need to stay strong like you've been. Cuz заткните старухе рот. I've seen it. And I know your pain. Это все хуйня. Да. I just saw you go toe to toe with a 20-foot tall irradiator. Да, коготь смерти. You telling me you can't keep an open mind after that? Нет, не могу. Кстати, у тебя хорошая пушка. It's all right, Preston. Not everyone understands the sight. Да, на бабушку, бабушка лохматит бабушку. I just need you to listen. You're a man out of time, out of hope. All's not lost. I can feel your son's energy. He's alive. Заткнула бы ты ебальник. Где он? Where is my son? Where is Sean? Oh, I wish I knew, kid. I really do. But it's not like I can see your son. I can just feel his life force, his energy. Mm-hmm. He's out there. And even I don't need the sight to tell you where you should start looking. Mm-hmm. Great green jewel of the Commonwealth. Diamond City. Diamond City. Biggest settlement around. Я понял. Diamond City слишком расплывчато. Мне нужно больше информации. Diamond City. Diamond City? Diamond City. Is Sean there? Look, kid, I'm tired now. Maybe you'll bring me some chems later. Я понял. А, наркоманка. Это химия на вас убьет. Иди. А, что, у тебя еще что-то есть для меня? Бля, нога не в порядке. Плюс этот. HP нормально, RATS 0. Кор. У нас энергия заканчивается, ядра. 50. А, я там живу. Я, пожалуй, постою. Ну-ка нахуй успокоились, блядь. Все. Сложили все свои шмотки вниз, и, возможно, я вас пощажу. Это же Fallout. Well then, Sanctuary it is. Let's just hope it lives up to its name. Come on, June, it's time to go. Oh. Sturgis. Okay. Hold on to that power armor now. Hate to see it go to rust. Я понял, Sturgis. Я иду тех лиды Sanctuary. Ну хорошо, веди. А мне еще в Diamond City предстоит идти. Слушайте, а как бы мне эту броню на самом деле оставить день, чтобы ее не спиздили, и потом забрать? Я не хочу сейчас в ней ходить. Неудобно это. Я, видимо, ее сажу, когда бегаю, понимаете? Так, касаемо карты. Где находится Diamond City? Diamond City? Anyone? Diamond City. Diamond City. Поставить на это место метку. Так, точно. Так, Diamond, ебать его в сраку. Сити, ага. Когда, если красная штука перекроет полностью желтую. Да, я сажу ее, это очевидно. Я бы очень хотел выйти из нее, но где мне ее оставить? Давайте оставим ее в музее, в принципе. Думаю, если оставлю ее в музее, хуже не будет. Вы идите до Sanctuary, наслаждайтесь жизнью, а я зайду в музей и оставлю все-таки броню здесь. Ну, ибо это плохо. Сажать броню сейчас просто на то, чтобы бегать. Как бы мне ее покинуть? Вопрос. Я хочу покинуть броню. F. Я понял, F не то. Shift. Caps. Быстрое местоположение на Tab. Предметы. Одежда. Т-45. Снять, снять, снять. Снять, снять. Обручальное кольцо, серая вязаная шапка. Ну, я вроде как ее снял. Ну-ка, дайте-ка я гляну на себя. Но она все еще на мне. Голова, левая нога, правая нога, туловище. Можно надеть, можно снять. Собака, научи меня снимать это дерьмо. Понял, надо было просто зажать кнопочку Е.
Так, слушай, я не могу тебя взять с собой, правда? Ядерный блок. Войти подробнее. Я и бегать-то теперь не могу. Как мои ноги, слушай. Инфо. Нет, состояние. Ноги, ноги в порядке. Почему я не могу бегать? Капс, лок, шиф. Блять, ложись! Заебись. Так, ну вот мы и на месте снова с ней. Войти подробнее, подробнее. Силовая броня, мои предметы. Левая рука, правая рука. Голова, левая нога, правая нога. Туловище, ядерный блок. Ну вот мы ее и сняли. А это силовая броня. Обычный скелет. Ладно, оставлю ее здесь. Остальное возьму с собой. У меня небольшой перегруз. Теперь понятно, почему не могу бегать. Ладно, нам предстоит от чего-то избавиться. От чего мы избавимся, я не знаю на самом деле. Я думаю, мы избавимся, собственно, от силовой брони для начала и положим ее вот сюда. Автомат продажи сигарет. Подробно. Так, 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 так. И у нас еще 40 км веса. Если что, Т-45 ждет меня в музее. Всех все устраивает. Ладно, нам пора двигаться в другую сторону совершенно. Так, ну вот мы здесь, но мы все еще... Прости меня, что? Ты его так держишь, этот миниган? Ладно, я понял, забыли. Предметы. Давай-ка достанешь что-нибудь попроще, типа дробовика. Я, конечно, рад, что ты его пользуешь. Так, ладно, ребята, одну минутку, и, наверное, двинем мы сразу в Diamond City. Посмотрим, что по дороге можно будет найти. Diamond City в той стороне, да? Можно сразу на карту посмотреть. Diamond Mafaka City. Да. Нам... туда. Сейчас, одну минутку. И я снова здесь, ребят. А я могу напиться отсюда чистой воды? Я думаю, нет. Ух ты, церквушка. Что у нас в церквушке? Обгорелые учебники. В принципе, ничего, чтобы меня могло... Ну и, собственно, парень, который проповедь читает, обгорелый учебник. Дядя, покажи, что прячешь. Ничего. Ладно, прости. Но сзади-то что-то должно быть в церкви? Заднее помещение какое-нибудь. О! Короткий глушительный карабин. Кстати, да, по поводу пушек. Мне очень интересно, что мы там с вами набрали. Пистолеты, ножи, автоматические пистолеты, коллиматорные, гладкоствольные. Что это вообще такое карабины? Как ужасно это все выглядит. Короткий с патронником. Двуствольный дробовик, лазерный мушкет. Все это стоит довольно мало, но... Охранные пруты, штыковые пистолеты. Все это выглядит ужасно как-то. Но не надо выбирать сам. Не в состоянии. Кстати, ух ты! Пибой теперь реально круто светит. Реально круто. Прикольно. Раньше с этим были проблемы, я помню. Ну-ка еще повыше. Сушки там разлетались. Хм. Неплохой обзорчик. Прыгать мы не будем, мы просто спустимся и двинем уже в сторону Diamond City. Хочется, понимаете, везде пошариться и все вам показать. Но я, честно говоря, думаю, что для первой серии это уже более чем достаточно. Так что я могу просто долго так просидеть. Поэтому доброго вам всем FPS, Fallout Motherfucker 4. Спасибо, что были со мной, с вами был Шус. Увидимся в следующей серии уже очень скоро. Всем спасибо, всем доброго FPS, всем пока. Магазин игр shoes.pro, бандиты. Покупайте приятные игры по приятным ценам. Также обратите внимание на моих партнеров lootcase.ru. Сделай себе подарок. Все ссылки можно найти в описании под видео.